Производства, то есть уникальные вещи, которые вообще не имеют аналогий на территории других памятников в России вообще. Это вот в качестве уникальнейшей находки этого сезона у нас петушок 10 века, который вообще неизвестен нигде. Ну, бобер, который вот на поселении Кривободской области встречается на небольшом круге. То есть местное косторезное производство у них тоже было. Это вот очень интересный вопрос изучения костей. Среди уснувших степей лежит моя дорога вдаль по следу диких зверей. Туда, где бронзу рубит сталь, там где она истечет. Да у земли на краю, там дева птица живет. Там душу выпила мою. Глазами волчьими глядит, там бродит гнусный сармат. И верно будет мною убить, чтоб угодить небесам. И вновь пожрать снесу, и в рыжичье подам. Это глина, да? А там, где был доступ кислорода затруднен, например, дрова, та же солома, да, или там с чем-то соприкасался, то там получается у нас черный цвет. И, в общем-то, все горшки, они будут вот такие пятнистые. Отлично. В отличие от горнового обжига, где обжиг... У всех практически одинаковые баллы, но вот где-то там в десятых что-то сыграло. 86 баллов.